В студийном телевизионном комплексе НВК «Саха» тестируют новое оборудование. В эти дни для сотрудников технической дирекции телевидения проводится семинар. С техниками, инженерами и операторами своим опытом делятся профессионалы корпорации ДНК. А также в сотрудничестве с ними здесь работают представители группы компаний Panasonic и компании ProLand. В практической части семинара в телевизионном комплексе тестируют студийные камеры и ТЖК-комплекты последнего выпуска Panasonic, а также осветительные приборы и аккумуляторы LogoCam. Напомним, корпорация ДНК занимается поставкой и дальнейшим сопровождением вещательного оборудования в крупных телекомпаниях. В частности, с НВК, Саха, она сотрудничает более 10 лет. Корпорация поставила ПТС-комплекты и германское программное обеспечение для новостей Synergy. Сегодня мы приехали сюда, чтобы ознакомить одну из крупнейших компаний Якутии с нашим новым оборудованием бродкастным. Последние полтора года наметилась такая тенденция, что Panasonic все больше и больше смещает фокус интересов в область студийного оборудования, поэтому прежде всего нам интересно было продемонстрировать наши топовые разработки в этой области. И поэтому тестируем мы непосредственно в студии, где происходят реальные съемки в реальных условиях. Тут выставлен свет, как это происходит в действительности, и с измерительной аппаратурой, с табличками по полной программе производим техническое тестирование, чтобы увидеть все параметры, которые действительно важны при съемках.